Прощай, 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 Масленица. Масленица – старинный русский праздник, сохранившийся с языческих времен. Очень любят его дети, а потому для них традиционно в парке Ривьера развлекательная программа и всевозможные конкурсы. Впервые было организовано масленичное шествие, к которому с удовольствием присоединились гости парка. И хотя в Сочи зима теплая, в этом году ее, можно сказать, и вообще не было, тем не менее провожали ее радостно, предвкушая теплую весну и жаркое лето. Сегодня провожаем Масленицу, встречаем весну, поэтому надо обязательно гулять, веселиться, чтобы весна была веселая и теплая. Сегодня прекрасный день, провожаем Масленицу, все вместе гуляем, веселимся. Да, Леш, весело тебе? Катаемся на аттракционах, смотрим праздник, очень весело. Ну, это праздник весны, и его обязательно нужно встречать с народом, с блинами, с гостями. Блины – обязательный атрибут Масленицы, главное – праздничное угощение. Румяные, круглые, они символизируют солнце, которое греет все больше, а дни становятся все длиннее. Все кафе парка подготовили в меню ароматные блинчики и бесплатно раздавали их посетителям Ривьеры. Спасибо, вкусные очень. Многие гости писали записки и клали их в передник чучелу. Такова традиция. Обычно просят, чтобы ушли все невзгоды. Мы хотим избавиться, чтобы все ненастья улетели в небо, как говорится, с дымом, чтобы всем жилось хорошо, счастливо в городе Сочи. Написали, чтобы все болезни и невзгоды ушли, а чтобы счастье и радость к людям пришла. Ежегодно в парке Ривьера проходят массовые гуляния, посвященные широкой Масленице. Всю неделю мы проводили здесь огромное количество мероприятий, связанных вот со всеми этими традициями. А сегодня в завершении, по традиции, прощенное воскресенье, мы сжигаем это чучело Масленицы. Но это кульминационный момент сжигания чучела. Согласно народным поверьям, Масленица – это особое время, когда весна вступает в свои права, и человек тоже может сам изменить жизнь к лучшему. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.